Если ты любишь Чикинган, как и я, то обязательно подпишись на мой канал и поставь этому ролику лайк с колокольчиком. Всем привет, ребята, и с вами, как всегда, я, Ананасик, и вы попали на мое новенькое видео по игре Чикинган. Ну а перед началом моего данного видеоролика, как обычно, не забываем подписываться на мой телеграм-канал по ссылочке в описании, или же закрепленном комментарии, ведь вам не сложно, а мне приятно. Ну и что же, ребята, сегодня я вам покажу самое сильное оружие секретное, которое сейчас есть в Чикингане, ну, который вот недавно прям добавили, и немногие знают об этом очень крутом оружии. Поэтому желаю вам приятного просмотра, погнали, сейчас все покажу. И да, ребята, именно об этом оружии я говорю. Мало кто знает, но вот эта новая анимация реально имеет силу. Просто, ну вы просто посмотрите, наверное, это самое сильное оружие в Чикингане, потому что все с первого раза, любых мобов, все что хочешь. Ну, минус, конечно, что тебя тоже могут на ближнем расстоянии бить, но, ребята, если вы этого не хотите, то лучше тогда взять базуку с большого расстояния. Но если взять вот так вот, то на ближнем расстоянии теперь самое сильное оружие именно вот это. Это очень крутой молот. Просто всех с первого раза. И давайте посмотрим. Вот просто смотрите. Вау, вау, быстро, быстро. Во. Все, просто всех мобов быстренько разносим. Так, ну давайте этого зеленого сейчас найдем и тоже его попробуем уничтожить с первой попытки. Так, вот, вот, вот он. Давай, давай, ну, как бы да, но зато мы его смогли все-таки уничтожить. Давайте еще раз попробуем. Ну это очень круто, ребят, никогда не было таких сильных анимаций. Да и вообще, они никакую роль не играли, а теперь играют. Вау, вот просто с первого раза, отлично. В общем, очень крутое оружие. Ну а вы как считаете, напишите об этом в комментариях. Ну а сейчас смотри видос, который высвечивается у тебя на экране. Он реально очень годный. Просто посмотри его и оцени. Ну а с вами был, как всегда, я, Ананасик. Всем удачи и всем пока-пока.